Добрый день, друзья. Речка Барабойка. Шумит камыши, гнутся деревья. Порывы южного ветра до 15-20 метров в секунду. Мы с Юрием в поисках окуня. За несколько часов несколько окуней и мизерный судачок. Я перехожу на мормышку. Вольфрамовые мормышки весом 0,2 и 0,3 грамма. Съедобный силикон от 1 сантиметра. Шнур Яматоя решетка 0,2. Начиная с Шуманесуара BB19 тестом 0,5 грамм. Хочу прочувствовать разницу между ультралайтовым и мормышинговым спиннингами. По ветру мормышка 0,3 грамма летит на 15-20 метров. Есть окунь. Порыв ветра забрасывает мормышку на дерево. Обрываю. Меняю спиннинг на Nano Zero SE. Заброс на несколько метров короче, но мормышить удобнее и кайфа побольше. Ставлю мормышку 0,2 грамма и пробую активные силиконовые приманки Whitebait, Tanta, Freya. Много нереализованных поклевок. Мормышку порывы ветра тягают в разные стороны. Иногда шнур зависает в воздухе на 5-10 секунд. Кончик спиннинга у самой воды. Много поклевок. Бель откусывает хвостики приманок. Особенно ей нравятся шарики вайтбейта.
На мотыля Беркли клюет не очень. Пробую опарыша Беркли. Если цепляю за кончик, то бель срывает. На два опарыша еще хуже. Продеваю опарыша насквозь, и реализация резко улучшается. Да, вот такие вот трудности на рыбалке бывают. Нанотехнология залетела прямо в камыш. Сейчас. Что интересно, что два оказалось плохо. Лучше да. Один. Взял на крючок, потому что у меня других вариантов. Да, надел и все, не как опарыша. Просто целиком нацепил полностью насквозь. Да. Да, потому что я поставил на кончик, она обрывала. Что есть? Грамм дофига, да? Да, да, даже полграмма много. Даже полграмма. Да. Мормышингу полграмма уже оно не ловит, даже красноперка. Не, ну конечно, когда она бывает дурная. Когда она крупная. Да, а так вообще, вот я же 0,2... Ой, блин, под самым уже красноперочка выскочила.
Юра переходит на сплитшот. Поводок 20 см, груз 1 грамм и крючок Овнер Тенкара, 16 номер. И опарыш Беркли. Экстремальный мормышин заканчивается. Бель сегодня лучше всего брала кусочек белого опарыша Беркли. Поймано 6 видов рыб. Уклейка, плотва, красноперка, густера, карась и окунь. Всем ни хвоста, ни чешуи.